Сэм, Сэмик, доброе утро. Гулять пойдешь? Аж лапы свесил. Сэмик. Щеки разложил по подоконнику. Я так понял, гулять никто не идет, да? Ладно, балдей. Друзья, всем привет! Всем приветики с утра. Маня, а кто мышку притащил? Кто-то притащил мышу. Лежит возле входа. Прямо возле входа лежит. И такая жирненькая. Вон она. Пойдем, пойдем гулять. Гулять, да, идем. Не имется уже. Да, пошли, пошли. Ух. На улице где-то минус 2 сейчас. Ну, присутствует ветерок. Ветерок такой свеженький. Наелся ты. Что ты в каких-то... Лазит в ветках. О! Ух, как мы стараемся. Все? Ага. Маша попалась. Ужидает, ужидает. Маня там по своим делам пошла. Так что не мешай. Ужас. Мыслительные процессы в голове. Пошел, пошел. А, да, кстати, друзья, ему сегодня 7 месяцев. 7 числа. Так что у нас такой... Собакин пронесся. Подросток уже. Ты подросток маленький. Поехали. Маша просеменила. Рудик там остался играться в теплице. Ух ты ж, мышеловы. Что-то вспомнилось у нас когда-то давно-давно, давным-давно. На площади был гастроном, он так на углу пятиэтажного дома распространялся. Находился, вернее. Вот. И там... Была такая огромная витрина, это мне было лет 5, наверное. В общем, лет 50 назад. И была огромная витрина такая, стекла большие. И там сидел внутри такая ростовка, как сейчас говорят, большая кукла. Персонаж из «Вечера на хуторе близ Диканьки». Такой, тот, который пельмени кушал, вернее, вареники кушал. Помните, как он взглядом? Блум-блум-блум в тарелке. Чик и съел. И вот эта ростовка была огромная. Ну, мне было 5 лет. Не беру судить, какого размера именно она была. Видите, как разбил ветер, лед. И я смотрел завороженно на эту фигуру. Там, естественно, все это было на проволочке. Ну, знаете, детское сознание стирало все вот эти вот нюансы. И мне казалось, это довольно-таки, ну, оживленный персонаж, который сидит и кушает вареники. Естественно, это было в сочетании с этим фильмом, который мы все видели, «Вечера на хуторе близ Диканьки». Это было очень интересно. А погода еще такая располагала. Было такой вечер, снежная зима такая, знаете, был какой-то снежный теплый уют. Ну, это было 70-е годы, середина 70-х. Да, что-то так вспомнилось. И куда оно так делось? Так я смотрел завороженно на эту фигуру. Что-то вспомнилось. Картина 50-летней давности. Смотрите, как поналипал лед. Ветер был большой. Видите, как вот с берега только немножко лед остался. А все остальное разбито. Ну, хотя я уже говорил, на улице минус 2. Маша. Думают, елки-палки, куда ли уделся? Да? Маняня. Иди, иди, поглажу. Пойдем. Ага, вот еще один пробежал. Постоянный представитель. Котов на берегу. Пойдем, Рудик, ты поздно пришел. Месяцевым хвостом.
забираем маленького вот такого подростка, которому сегодня 7 месяцев, и идем в дом, потому что ветер, сказать, что свежо, ничего не сказать. Вот. Завтра снег, говорят. Всем, друзья, хорошего мирного дня. Всем добра, здоровья. Остаемся на связи, друзья. Всем пока.